Привет, продолжаем прохождение игры Европа 2. 5. Играем за как в один. Вот здесь. Уже торгся в Тайбэй. Точнее, Тайвань. Скорее всего, переводится. В общем, совершаем ход. И, конечно, Китай пытается отбить. Захваченный город. Завершаем ход. Вот так вот. Отбили. Так. Что у нас здесь? Нам будет хан везде нанимать. Так. Блин, ну тут вариант на Шанхай, Гуанчжоу. Давайте на Шанхай. Да, идем еще на Шанхай. Так, давайте одного генерала солью. Так, ну давай сливайся. То что вообще никак не сольешь его. Ну тебя вот поставлю, может его из башни хоть завалит. Даже с башни его не валят.
Наконец все. Отсюда отряды что я предлагаю? А, тут я даже еще. Ладно, следующим ходом придется генерал нанимать. Завершаем ход. Ой, елки-палки. Я, в принципе, не особо испугался. Я дальше здесь крепко выйду. Никак не завалишь их. Прям стойкие пушки. Так, какого генерала вот эту, что ли, взять? Так, что это вообще по градам-то? А, 64 у меня уже. Китай 25 осталось. Ой, куда-то я лишнюю. Завершаем ход. Так, ну тут ясно, где сюда, на Нанкин.
Можно то, что ну, хотя нет, не спросить. Можно и обойти просто. Скребал всем станком. В принципе, в Шанхае все угрожено, там пока никого нету. Так, я сейчас хочу копить на шестую эпоху. Ну, в принципе, здесь солдат тоже надо как бы нанимать.
Какие-то башни не развиты. Но не хотел вот эту стенку полупить. До шестой эпохи мне надо спонтично брать. Но пока это нереально. А давайте на столицу. Сразу идем. Thank you.
куда они там столицу дальше перенесли? А в Сеул. Да ёшки. Матрёшки. Ну ладно, Сеул так Сеул. А, я забыл, уже больше не стыдно. Так, отряд пока отводим сюда. Вот этого генерала. И завершим ход. О. Их ты ж, сколько их тут? 3-4 генерала, офигеть. Да. Фигово, конечно, придется всех как-то сдерживать.
Что ты, кто пуль теперь уничтожишь? Все, две атаки. Так, ну на этом серию завершаем. Так, вообще сколько у меня годов? 67. Учесть, сколько я 2 всего за серию взял. Да нет, больше должно быть. 4, 2, 2, 3, 4 точно взял. Китай осталось 22, у Пекси 7, у Ангола 7. В общем, всем пока.